для организации экстренной помощи в Казани для близких, знакомых, родственников пострадавших, там стресс и шок, я могу помочь, как я помогал уже 2 раза, вот так вот дистанционно. Нужен организатор, чтобы на месте их собрал, и мы в Зуме могли бы помочь. Потому что я так делал уже, давайте сделаем, но кто-то найдет организатора на месте там в Казани. Давайте, потрудимся, постараемся все вместе.